Ну и все, началась игра. Вместо того, чтобы передать игрока, опустились обе в одну точку. Перехват Никитина. Можно передачу в центр делать. И шикарный гол забивает Аврора. Первый по-настоящему опасный момент. И контратаки после высокого прессинга. Отменная передача. И... ох, какая ошибка. Гаспарян, удар. Коваленко, добивание. И 2-0. Но здесь право на ошибку. Это право, точнее, эту ошибку уже сделала Яныш. 5 минут пролетело. Во втором тайме какая ошибка Ольги Тигиной. И забивает мяч. Лучший бомбардир коллектива Мосполитеха. Ошибка в передаче при своей половине поля. И такое же неотвратимое наказание. Но тут, кстати говоря, Ирины Рудькиной сейчас на паркете нет. И забивает второй гол команда Мосполитех. Паска направо, Воробей. И это ничья, которая абсолютно в пользу коллектива Мосполитех. Радость.